11-й секрет успеха. Будьте предельно честны с собой и другими. Возможно, самое ценное и уважаемое качество, которое вы способны развить, это репутация абсолютной честности. Будьте предельно честны во всем, что вы делаете, в любом взаимодействии и сделке. Никогда не поступайте с честностью ради чего бы то ни было. Помните, что в бизнесе ваше слово – ваш якорь, а честь значит для вас в бизнесе все. Все успешные компании основаны на доверии. Ваш успех при вращении самого себя в миллионера будет определяться количеством людей, которые вам доверяют, хотят работать на вас, давать рекомендации, займы, давать кредиты, покупать ваш товар и услугу и помогать вам в трудные времена. Ваш характер – самое важное, что вы можете развить в вашей жизни, и он основан на качестве честности, которую вы проявляете. Прежде всего, вы должны быть честны с собой во всем. Будьте верны себе в своих самых лучших качествах. Верность себе означает, что вы превосходно делаете то, что делаете. Вы демонстрируете ее внутренними качествами, искренностью с собой и внешними качествами вашей работы. Затем будьте искренны с другими людьми в вашей жизни. Будьте честны со всеми. Никогда не делайте и не говорите того, что не считаете правильным, хорошим и искренним. Откажитесь от компромиссов с совестью. Всегда стремитесь к лучшему в себе. Вот вопрос, который вам следует задавать себе регулярно. Каким был бы мой мир, если бы все в нем было похоже на меня? Этот вопрос заставляет вас ставить перед собой высокие стандарты и постоянно поднимать планку. Действуйте так, словно каждое ваше слово и поступок могут стать законом мироздания. Ведите себя так, словно все вокруг наблюдают за вами и стремятся повторять ваше поведение. В случае сомнений, всегда поступайте так, как считаете правильным, чем бы это ни было, и чего бы ни стоило.